Символ 2020 года по восточному календарю будет белая мышь. Мы с Полиной сделали двух мышек, чтобы потом повесить их на нашу новогоднюю елку. Ведь создание игрушек перед Новым годом – это наша семейная традиция. Сделать таких мышек очень просто. Повторяйте за нами, и у вас тоже получится. Сначала формирую туловище с головой, потом ручки и ножки. Мышки у нас две. Полина тоже делала мышку, и у нас они получились почти одинаковые, но все-таки в них есть отличия, какие я вам потом расскажу. Следующий этап – это оборачивание в бумагу. Использую клей ПВА, плюс чуть-чуть разбавляю его водой. Можно взять туалетную бумагу, у меня это Зева четырехслойная, или салфетки. Первые слои у меня плотные, я не разделяла бумажку, так как сначала формировала туловище и изгибы, последующие слои тонкие, чтобы поверхность выглядела ровнее. Когда тело готово, я придала нужную форму ручкам и ножкам. Это у нас танцующая балерина. И отправила сушить на батарею. Можно положить на солнышко, но сохнет она долго, потому что мы клей разбавляли с водой. Мышки уже хорошенькие, но мы пошли дальше и покрасили их белоакриловой краской. Хотела покрыть еще их лаком, но в магазине для творчества не оказалось лака, поэтому мы их оставили просто беленькими. А теперь одежда. Шью им белоснежные наряды. Начинаю с самой нижней юбочки, она из белого бархата. Я все шью руками. Мне так быстрее, и оставляю концы нити, чтобы потом затянуть их на мышки. Поверх бархатной юбочки у меня будет накидка из юбочки фатина. На ногах у них будут мягкие меховые носочки, чтобы грели их зимними вечерами. На голове серебряная корона, и шнурок для того, чтобы можно было вешать на елку. А на тело из того же меха я вырезаю полушубки. Все детали одежды фиксирую на мышках с помощью горячего клеевого пистолета. Дальше я приклеиваю мелкие детальки, это пуговки и колье со стразами на шее.
Носик сделали из детской массы для лепки. Она подсохла, и потом мы ее приклеили на клей. Маркером рисую глазки и обязательно улыбку, так как хочу, чтобы и у них, и у нас в семье всегда было хорошее настроение. Они получились чудесными. Мне очень понравилась эта работа. По ним и не скажешь, что мы сделали их из бумаги и пары отрезков ткани. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Напишите в комментариях, есть ли здесь люди, которые родились в год мыши. Кстати, забыла сказать, что мышки почти одинаковые, только у моей ушки чуть-чуть больше. Вы это заметили? Ну все, буду прощаться, до скорых встреч, с наступающим, пока-пока.